И всем привет, с вами Степро, и сегодня покажу вам бумажный текстурпак для Майнкрафта Box Edition. Да, это прям бумажный текстурпак, который меняет довольно всю же графику. Ну что ж, давайте приступим. Как видите, наша деревня поменялась. Да, мы опять же снимаем сегодняшний обзор в этой деревне. До этого я снимал здесь шейдеры, да. Так, спускаемся аккуратненько. Ну, как видите, наше разрешение всяких блоков стало довольно меньше. Но любителям низкой графики советую этот текстурпак. Да, я лично советую текстурпак. Вот. Ну, изменилась трава. Изменились некоторые блоки, точнее, изменились все блоки. Эй. Фики, реально, вы не натуралы. Да, если честно, этот житель мне напоминает жителей из мода Томкрафт. Те, кто играли с модом Томкрафт, поймут меня, ну и поймут сами себя. Так. Изменилась растительность. Растительность изменилась, морковка. Ой, там, кстати, свинка была. Свинка, стой. Стой, свинка. Так. Ну, свинка наша тоже изменилась. Вот, ну, она не хочет с нами разговаривать. Ладно, пусть идет дальше. И вдалеке я вижу курицу. Даже две курицы. Одна маленькая, одна большая. Но мы подойдем с нашим репортажем к нашей большой курице. Так, привет. Что сейчас какие-то, можно сказать, багнутые и разговорчивые курицы. Ну, с деревом все понятно. Да, дерево упрот, это уже давно было понятно. Ну, давайте подойдем вот к этой горе, где у нас, можно сказать, кромешная темнота. И там попробуем заспавнить злых мобов, которые мы сейчас рассмотрим. Так, наверное, всем интересно посмотреть на зомби. В том числе и на ведьму. Да, это первый текстурпак, которым уже изменили ведьму. Да, так быстро изменили. Так, сложность у меня включена. Вот такой у нас зомби, довольно ничего особенного. Ведьма с бородавкой также, ну, тоже ничего особенного, просто ее текстуру маленько уменьшилась. Ну и у нас... Так, нет, даже давай, пей, взяли, пей. Вот, молодец, пей, давай. И у нас остался скелетрон, как видите, он совершенно изменился, то есть его текстура просто-напросто вообще изменилась, ну, просто он стал другим. Ну и, можно сказать, все стало прикольным. Так, как видите, у нас внизу даже изменился уголь, изменились все руды и изменился камень. Ну и о текстуре паки больше нечего говорить. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.